Сегодня депутаты приняли во втором чтении бюджет Красноярского края. Обсуждение главного финансового документа получилось очень бурным и в итоге заняло более 3 часов. Почти треть народных избранников перед началом сессии высказывались за снятие этого вопроса с повестки дня из-за отсутствия на заседании губернатора. Лев Кузнецов находился в командировке в Москве. Депутатам хотелось задать главе региона ряд вопросов, касающихся формирования бюджета. После дебатов документ все-таки был принят. За проголосовали 36 человек, против высказались 13 депутатов. Доходы региона в следующем году составят 148 миллиардов, дефицит краевой казны будет огромен – почти 23 миллиарда рублей. Недостающие деньги власти намерены получить в виде займов и кредитов в коммерческих банках страны. Главное, что вызывает большую тревогу и сейчас, и на перспективу, это перенапряженность бюджета, его разбалансированность. Мы выходим в следующий год с предельным дефицитом, который составляет сегодня 23 миллиарда рублей. То есть допустимый, я повторяю, но дефицит предельный и с большим государственным долгом. Самое главное, я считаю, действительно, бюджет принят, это позволяет нам уже с полной уверенностью начинать 2014 год. Все это позволяет в полном объеме в январе месяце начинать финансирование. В этом смысле никаких задержек или торможения, безусловно, не произойдет. Это очень важно.